Здравствуйте! Сегодня мы с вами научимся вязать красивый двухъярусный цветочек. Для работы нам потребуется моточек пряжи и крючок. Начинаем работу с 5 воздушных петель, замкнутых кольцо. Раз, два, три, четыре, пять. И замыкаем в кольцо соединительной петлей нашу первую воздушную петельку. Выполнили. Колечко готово. И теперь мы приступаем к выполнению следующего ряда. Выполняем одну воздушную петлю подъема. И в наше колечко провязываем 9 столбиков без накида. Провязываем. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. 8 и последний 9. Выполнили. И завершаем ряд. Выполняем соединительную петлю в нашу первую воздушную петлю подъема. Выполнили. Далее мы с вами переходим к выполнению следующего ряда. Мы вводим крючок в наш столбик без накида. Выполняем соединительную. Выполнили. Теперь выполняем одну воздушную петлю и выполняем арочку из 5 воздушных петель. Это мы выполнили с вами петлю подъема, а выполняем сейчас арочку из 5 воздушных петель. Выполняем. Раз, два, три, четыре, пять. Связали. Закрепляем арку столбиком без накида сюда же, в верхушку этого столбика. Выполнили. Основа для нашего лепесточка готова. Теперь мы, пропустив верхушку одного столбика, в следующий столбик вводим крючок, выполняем столбик без накида. И опять выполняем арочку из 5 воздушных петель. Раз, два, три, четыре, пять. И опять вводим крючок и провязываем столбик без накида в верхушку уже провязанного столбика. Вторая арочка у нас готова. Всего у нас с вами должно получиться 5 таких арочек для 5 лепесточков. Мы с вами выполнили последнюю 5-ю арочку нашего цветка. И теперь для завершения ряда, хорошо видно, мы пропускаем один столбик в предыдущем ряду, вводим крючок в воздушную петлю подъема и выполняем соединительную. Наш с вами ряд завершен, все арочки готовы. И теперь приступим к выполнению наших лепесточков, к их обвязке. Под арку первую мы вводим крючок и выполняем столбик без накида. Выполнили. Далее выполняем один полустолбик. Далее под эту же арочку мы с вами провязываем 3 столбика с одним накидом. Раз, два, три. Выполнили. Далее выполняем 2 воздушных. Выполняем 3 столбика с одним накидом. Раз, два, три, один полустолбик сюда же провязываем и один столбик без накида. Наш с вами лепесточек готов. Для того, чтобы приступить к выполнению следующего лепесточка, мы вводим крючок и под следующую арку опять выполняем один столбик без накида, один полустолбик, 3 столбика с одним накидом, раз, два, три, 2 воздушные, опять 3 столбика с одним накидом, раз, два, три, один полустолбик и один столбик без накида. Выполнили. Второй наш с вами лепесточек готов.
Всего у нас с вами будет таких 5 лепесточков. Так мы продолжаем обвязочку наших лепестков до конца ряда. Мы с вами заканчиваем наш ряд. При этом обвязали последний лепесточек. И для завершения ряда мы вводим крючок в первый столбик без накида первого лепесточка и выполняем соединительную. Наш с вами ряд завершен. Давайте посмотрим. У нас с вами получился вот такой красивый, простой цветочек на 5 лепестков. Так он выглядит с изнаночной стороны. Вы можете остановиться на этом этапе работы и использовать этот цветочек. Мы с вами приступим к выполнению следующего ряда и сделаем этот цветок объемным. Для этого мы выполняем одну воздушную петлю. И давайте немножко остановимся и посмотрим. Вот хорошо видно, мы с вами, помните, пропускали столбики без накида, не провязывали их между столбиками. Теперь мы их будем с вами использовать. Напомню, выполнили одну воздушную. И теперь вводим крючок в этот столбик без накида, который у нас с вами пропущенный, пустой. При этом отгибаем немножко лепесточки вперед. Давайте вот по изнанке хорошо видно. Вот этот столбик, мы вводим крючок и выполняем столбик без накида. Проверяем себя. Вот мы с вами его провязали. Выполнили столбик без накида. Теперь мы выполняем 7 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Выполнили. И сюда же мы крепим еще один столбик без накида. Наша арочка готова. Это у нас будет основа для следующего лепесточка. Теперь делаем одну воздушную петлю и опять же ищем наш свободный столбик. Вот он, вводим в него крючок, выполняем столбик без накида, выполняем 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 воздушных и провязываем еще один столбик без накида в этот же столбик. Вторая арочка готово. Так мы с вами будем выполнять до конца ряда. Всего у нас таких арок должно получиться 5. Мы с вами выполнили 5 арочек из 7 воздушных петель, как и договорились. И для завершения ряда мы с вами, видно хорошо, мы выполнили столбик без накида. Теперь выполняем воздушную и завершаем ряд соединительной в первый столбик без накида. Выполнили. Давайте посмотрим. Вот хорошо по изнаночной стороне цветка видны наши арки. И теперь мы будем их обвязывать как лепесточки. Под арочку выполняем столбик без накида. Далее под эту же арочку выполняем полустолбик. Далее выполняем 3 столбика с одним накидом. 1, 2, 3. Выполнили. Сюда же выполняем 2 столбика с двумя накидами. 1 и 2. Выполнили. Теперь выполняем 3 воздушных. 1, 2, 3. И будем выполнять столбики в обратном порядке. То есть 2 столбика с двумя накидами. 1, 2. Далее 3 столбика с одним накидом. 1, 2, 3. Выполнили. Далее 1 полустолбик. Один столбик без накида. Провязали. Поправляем. Наш с вами лепесточек
готов. И для того, чтобы приступить к выполнению следующего лепесточка, мы берем, вводим крючок под следующую арочку, выполняем столбик без накида, далее полустолбик, и опять же 3 столбика с одним накидом. Раз, два, три. 2 столбика с двумя накидами. Раз и два. 3 воздушных. И в обратном порядке. 2 столбика с двумя накидами. Раз, два. Напомню, все столбики мы выполняем с вами под одну арочку. Далее 3 столбика с одним накидом. Раз, два, три. 1 полустолбик и столбик без накида. Давайте посмотрим. Мы с вами выполнили 2 лепесточка. Так мы с вами будем выполнять до конца ряда. И всего у нас должно быть 5 лепесточков. Мы с вами выполнили 5 лепесточков, и для завершения ряда мы вводим крючок в первый столбик без накида первого лепестка и выполняем соединительную. Ряд завершен, цветочек наш закончен, ниточку можно обрезать. И расправляем наши лепесточки и смотрим. У нас получился с вами вот такой красивый двухъярусный цветочек. Так наш цветок смотрится с изнаночной стороны. Так мы его видим с лицевой. Центр цветочка вы можете украсить бусинкой. Творческих вам успехов!